Вот в номинациях 1-1 «Щитмейщий нестандарт». Вот этот человек. Сегодня он у нас детский учитель. Он будет обучать наше подрастающее поколение владения холодным оружием. У нас есть протектированные, Артем, надо показать вот людям, протектированные мягкие тиамбары, это мечи такие, и щиты вот с красивыми гербами. Есть шлема защитные, можно будет подойти и здесь на ристалище посражаться. Вот видите, вот, собственно, сейчас он показывает, как происходит обучение. Вот можно посмотреть, пока наши тяжело вооруженные рыцари готовятся, да. Можно выпускать детей, они друг друга не покалечат. Да, если есть дети, пожалуйста, подходите, вот Артем будет вот здесь стоять на входе, и, собственно, да, говорят, что мы бьем женщин и детей, это на самом деле правда. В хорошем смысле. Да, у нас ожидается профессиональный поединок двух рыцарей тяжело вооруженных, двух спортсменов, кстати, двух капитанов военно-исторических клубов, так что, дорогие друзья, готовьте ладошки, будет очень жарко. Вот, что такое профессиональный поединок? Это три боя подряд, вот, с перерывом отдыха в 2 минуты. То есть обычно ребята, да, там 3-5 минут отдыхают, а это очень короткий промежуток. То есть, соответственно, ребята сражаются на полвека, да, и показывают, человек, соответственно, вышел из боя. Здесь время можно хоть 2, хоть 3, хоть 5, хоть 10 раз повалить и добивать. Так, ну что, у нас воины готовы. Сейчас я загружу секундомер. Итак, кто у нас вышел против нашего мини-рыцаря Кирюха? Представьтесь. Как зовут? Как зовут? Даня. Даня, да? Даня, откуда Даня? Город Железнодорожный. Город Железнодорожный, Железнодорожный, прошу прощения, Даня. Даня вышел против нашего Кирюхи. Итак, готовы, воины? Бой! Даня, давай, атакуй. Тебе Артем показал, как это делать. Вот, применяй полученные навыки сразу же на практике. Не кали, не кали, Даня, нельзя колоть. У нас запрещено это. Не кали, Даня, только рубящие удары. Хорошо. По голове, по ногам бей. Ногу отрубай. Замечательно. Вот так у нас и проходят тренировки. Начинается все вот с таких движений, а заканчивается полным комплектом европейского или другого образца доспехом и выходом в профессиональные групповые бои. Хорошо, Даня наступает, вот уже чувствуется, что человек спортом занимается, не боится, смелый. Наш мини-рыцарь Кирюха, он опытный боец и уже давно занимается.